Кстати, второй заплыв тоже прошел неплохо. Нырнул, проплыл уже так более основательно. Нырнул полностью, проплыл под водой. Потом проплыл немного сверху. Вышел из воды, ну и в общем-то как-то не замерз. Не было какой-то дрожи там в суставах там или что-то чего-то. Вот, более-менее уже нормально. Ну, непонятно откуда здесь эта вода. Вот такая теплая. Может она уже действительно не 10, а может 11, даже 12. Или может даже 12 градусов, где-то так подходит наверняка. Но вот парень там тоже пытается купаться. Тоже в воду идет. Увеличивать не буду. Ну вот, да, упал в воду, да, с головой не нырнул, но плывет. Так что я тут не один такой сумасшедший оригинал. Ну и в общем-то я там долго в воде-то не сижу, купаюсь. Правда, вот в таком виде купаюсь, без очков, чтобы очки, говорят, не упали, а там искать их на берегу.